Казахстанские тренеры английского языка учат американцев методики преподавания. В школе «Дружба» прошел тренинг, где собрались преподаватели иностранного языка, которые хотят улучшить навыки преподавания. Чему именно их обучали, расскажет Анель Шалкарбек. Тренинг проходил в течение 3 праздничных дней. Но, говорят организаторы мероприятия, работали отдыхая. Они считают, что участники тренинга взяли для себя много полезного. Инновационная методика важна не только для преподавателя английского, но и других языков. Что интересно, большее количество участников, а это 12 человек, носители языка, американцы. Это вызывает у тренеров большой интерес, потому как обычно подобные тренинги проводятся среди учителей Казахстана. То есть это первый тренинг, в котором англоязычных участников больше, говорит руководитель международного тренинга. Центра из Алматы. Помимо того, что преподаем язык, мы еще и экзаменуем. Центр называется International House Teacher Training Center и Exam Center. Экзамены проводим кембриджские, популярный сейчас в Казахстане IELTS экзамен, который принимают как раз только официальное разрешение есть у 2 компаний International House, который мы представляем, Enterprise International House, и British Council. Вот с тем, как подготовить студентов лучше к сдаче экзамена IELTS, мы здесь. Одна из участниц мероприятия Ашанта говорит, что получила огромное количество новых идей о преподавании грамматики английского языка и о том, какие игры и задания можно организовать для учащихся. Кроме того, подчеркивают участники тренинга, особенно интересна и полезна была информация о сдаче экзамена IELTS. Учитель – это вечный студент, говорит сертифицированный преподаватель английского языка. И преподаватели должны учиться вместе со студентами. Также я получила большое количество полезной информации о том, как правильно исправлять ошибки, при этом не обижая студентов и не умаляя их интерес к изучению английского языка. Анель Шалкарбек, Олжас Габазов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.